Друзья, всем привет! С вами Даша, и сегодня я хочу вам кое-что показать. Наверняка, я думаю, вы знаете игру «Говорящая Анжела в Париже». Я сегодня скачивала несколько старых версий про эту игру, и я увидела там нечто ужасное. Там реально был маньяк, ребята. Это вообще, если честно, это ужас. Знаю, там был еще чат, я с ней еще в чате там на английском ей там писала. Я ей задала вопрос ей, убивает ли она детей. Она мне написала: Yes, this is a surprise for you. Это если перевести на русский язык, это она мне сказала: да, это сюрприз для тебя. Меня это повергло вообще в шок. Я в шоке сейчас даже. И вот что я нашла с этих версий. Посмотрите на вот это. Вот, я вот даже красным вот этим обрисовала. Это маньяк. Фух. Если честно, я в шоке. На вот этот, если скриншот даже посмотреть. Даже их аж двое, вот один, вот второй. На вот это вот. Тут вообще в маске какой-то черный. Это вообще ужас. А здесь сама комната. Если даже приблизить. Гляньте, вот комната такая. Это вообще ужас. Вот картина даже висит. Это вообще. Я в шоке. Я даже не хочу в игру ту ужасную заходить. А это сегодня. Я сейчас обрежу. Так. Я обрежу возьму. Вот так вот. Так. А это сегодня был скриншот. Вот и тут даже комната видна. Вот. Это вообще ужас, реально ужас. Если кто хочет проверить, скачивайте старую версию. Самая старая версия — это 2.3. Скачивайте ее. Именно в этой версии есть чат. Ой. Если честно, я в шоке. Ребята, ну, пожалуйста, когда будете проверять игру, закрывайте переднюю и заднюю камеру, чтобы она не следила за вами. Если честно, вообще я в шоке, реально в шоке. Ребят, кому понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока и до новых встреч.